хотите вас поздравить с наступающим праздником, желать всего вам самого наилучшего, а главное — безопасности на дорогах. Вот вам памятка. Спасибо. Вот вам наклеечка. Можете на машину ее повезти. Спасибо. Акция «Цветы для автоледи» стала уже доброй традицией в нашем городском округе. На протяжении многих лет сотрудники ГИБДД в преддверии Международного женского дня поздравляют автолюбительниц, преподнося им цветы. Нам также приятно оказывать знаки внимания девушкам в кануне вот этого замечательного праздника. И как бы это своего рода неплохой повод совместить приятное с полезным, поздравить прекрасный пол и также напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Также с праздником не забыли поздравить и посетительниц регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Благодарю вас. Начальник Щелковского отдела ГИБДД Денис Кравченко рассказал о том, что женщин, управляющих автомобилем, с каждым годом становится все больше. И статистика показывает, что именно из женщин получаются особо дисциплинированные и ответственные водители. Своим примером вы побуждаете других участников дорожного движения быть более дисциплинированными и вежливыми на дороге. Семейного счастья вам, радости, добра, улыбок и безопасных дорог. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.